Сейчас мы посмотрим за игроком, который первый в мире апнул 13 тысяч ММР. Это про игрок 23 Savage. И сейчас мы смотрим ту самую решающую игру, из-за которой его общий ММР составил ровно 13 тысяч. Ну и, соответственно, он наконец-то пробил это заветное число. Ребят, я знаю, что большинство из вас смотрит этот ролик на телефоне. Сейчас я расскажу вам, как с помощью телефона и буквально 3 минут заработать уровни для боевого пропуска в Доте. Переходим по ссылке в комментариях с ПК или телефона и играем в бесплатный временный режим Daytime на Epic Loot. Все просто. Находишь лайстиллера среди крипов и получаешь конфету. Одна конфета равна одному уровню ужасного сундука. Конфеты эти копятся всю зиму. Ведь за них можно открывать бесплатные мега сундуки. Смотрите на наполнение сундука 3 уровня за 85 конфет. Играть в этот режим, к слову, можно раз в час. Но если вам не хватает немного уровней БП, их всегда можно поднять в бесплатном БП хелпере, получая уровни пропуска за выполнение простых заданий. В общем, ты, твой телефон и чуть-чуть времени даст тебе море эмоций и, конечно же, наград БП. Ссылку я оставил снизу в комментариях, переходи и вперед на новогодний фарм. Начальный закуп у него это Magic Stick, Топорик, Цирклетка, Iron Branch и Танго. Как вы понимаете, он играет на Fastless VD. У него есть Грандмастер, и это основной герой, его сигнатурные, благодаря которому он как раз-таки в основном, соответственно, и смог добиться такого высокого ММР. Это, конечно, не основной герой, именно не единственный, на котором он играет. У него пул крайне большой, но Void один из сигнатурных. Стоит он вместе с кристалкой, которую прямо сейчас забирают и отправляют в таверну. Ну а Войт остается один против Марси и против Магнуса. В миду стоит Queen of Pain против Broodmother. И в харде Doom вместе с Bounty Hunter против Кэрри Лины и, соответственно, пятерки Клокверка. Такая вот у нас необычная расстановка по лайнам. Сам Faceless Void сейчас имеет на самом деле не самый высокий винрейт, даже можно сказать низкий, 48%. Герой тоже теряет популярность и находится на 18 месте среди всех остальных героев. Но если мы возьмем статистику 23 Savage, у него на войде сыграно, по крайней мере, на одном основном аккаунте. Понятное дело, у него есть еще и смурфы, но смотрим мы за основой. Вот мы можем видеть, ну, у него никнейм 23, ну и, конечно же, первый ранг. Так вот, на войде он имеет 526 игр и винрейт 60,5%. Учитывая, на каком высоком ММР он играет, это очень высокий показатель. Ну, и если мы возьмем общую статистику по Войду, сейчас он имеет лучший винрейт против таких героев, как Вивер, против Сенкинга и Зевса. Наихудший винрейт у него против Арквардена, Хускара и Тинкера. И наилучший, соответственно, винрейт показывают такие герои вместе с ним на линии, именно как Undying, Виномансер, Скаймаг, Рубик и Мирана. С этими героями он лучше всего сочетается тоже по, соответственно, общей статистике. Кристалка у нас второй раз отправляется в таверну, и хотя бы хорошо то, что сам Void у нас живет. По раскачке он вкачал первую, вторую, третью способность по одному разу каждую. У него уже есть 10 стиков на всякий случай. Ну и пока в целом не видится, что как-то его смогут зацепить. Учитывая, что у него есть очень хороший эскейп в виде таймволка, который он, кстати, сейчас потратил. Но, скорее всего, проблемы у Магнуса наблюдаются. Если бы сейчас он не уехал, то еще один удар, и это был бы фраг. Ну а так Магнус себя подсейвил. Сделали отвод, но благодаря этому отводу Void лишь подфармит себе дополнительно лесного крипа, что в целом не так уж и плохо. Кристалка соло забирает под вышкой, там, конечно, Магнус был очень лохопешным, но все равно она пошла дальше и забирает Магнуса. Плюс примораживает Марси, у нее тоже мало хп остается, прыгает, чтобы добить кристалку, а здесь неожиданно для нее появляется Void, и это фраг для него. На самом деле неплохой размен. Главное, что первая позиция получила фраг. Ну, а именно наш Void, соответственно. Ну и еще золото плюс экспу. В общем, в целом у него ситуация сейчас довольно неплохая. Обратите внимание, как собирает ПТшку. Вместо того, чтобы купить сразу носок, он покупает перчатку и бант.
Ему скорость передвижения не нужна, у него и так есть первая способность благодаря этому. Соответственно, с помощью нее он и убегает. Поэтому вы можете собирать ПТ-шку именно таким образом. Это будет более профитно. Ну вот он ее и собрал к четверти минуте 50-й секунде. Ее приносит кристалка. Он, соответственно, выложил возле базы, чтобы быстрее получить шмотку. Так, кристалка опять подставляется. Остается мало хп. Еще последний удар от Марси. И неужели она выживет? Примораживает Марси. У нее уже самой остается мало хп. Прыгает таймволком. Добить не получилось. Далее Магнус. Кстати, мне кажется, или он не целился в кристалку. Да, да, скорее всего, он чисто случайно давал Магнус первый спел по войду и задел кристалку, которая была в тумане войны. Он ее не мог видеть. И тем самым получил фраг. Но вот сейчас даблкил прям назревает. Еще каждому по одному удару уже прыгает под вышку. И здесь еще Магнус подставляется, тем самым байтит его на себя. И это даблкил. Хорошо, я думал, сейчас уйдет ни с чем. Очень часто бывает, когда все выживают и у всех по одной тычке остается. Ну, благо у него получилось добить и Марси, и Магнуса. Ой, да, все верно. Так, по крипам давайте определимся. 23/2. В это время Лина имеет 24/11. Ну, то есть тоже точно такой же крипстат. Опережает только Бруда. Вот она прям вырывается сильно вперед, 43 добитых. Но мы сравниваем именно двух керри. Эта статистика будет более оправданной. Шестой уровень сразу вкачивает себе хроносферу. Ну и сейчас, может быть, даже ее используют, если сильно пробьет Магнуса. Если будет возможность как-то заласхитить. Да, ставят хрону. Правда, Магнус может уехать. Но есть таймволк и срабатывает еще пассивка. Даже не пришлось тратить первый спел на Магнуса, он и так добивается. Рядом здесь еще был Клокверк, который решил прийти на линию, видимо, помочь. Но ничего полезного он не сделал, а лишь нафидил. Счет становится 6-8. Седьмая минута, а столько фрагов. Люблю активные игры, но надеюсь, она... Это будет одна из них. По крайней мере, начинается она очень активно. Прям дерутся на всех линиях. Практически без остановки. Вот снизу погибает Лина. Так, и паузу у нас ставят. Магнус прожимает дисконнект, но, как правило, он должен быстро вернуться. На таком рейтинге люди редко ливают, но паузу, кстати, не держат. Паузу не держат, но игра продолжается. Хорошо. Опять пауза. Сразу отжимают. Удивительно, средний рейтинг здесь 10 тысяч. Но даже здесь не хотят ждать. На мое удивление, как правило, на таком рейтинге люди более, что ли, сдержанные. Ну и Магнус возвращается. Так, практически восьмой уровень сейчас имеет Войд. Делает он себе Мидас. Остается рецепт купить. Перчатка у него вторая уже есть. Ну, вторая после ПТ, я имею в виду. Здесь двойной стак. Прорубает дерево, посмотрите внимательно, и делает такой вот отвод. Не самый стандартный, я думаю, что многие о нем могли и не знать. Поэтому тоже возьмите на заметку, что так можно сделать. Быстро пачка крипов заходит под вышку. Сейчас он ее зафармит и продолжит бить двойную пачку нейтральных крипов. Получит сразу профит по всем фронтам. Хотя нет, здесь Магнус. И он даже больше здесь подфармил. За счет того, что у него есть неплохой сплэш. Который, кстати, очень бы не помешал войду, но Магнус в противоположной команде, к его сожалению. Поэтому бафа не будет. Мидас уже летит и далее делает себе Мейлшторм. Для, соответственно, ускорения по фарму. Ну и, конечно же, в файтах дополнительный урон. Мидас приехал, сразу его активирует.
У нас какой? Ну, минута... 9 минута, 10 секунда примерно. Когда он получил. Так, вот интересная хрона. Магнус потратил, соответственно, свой паровоз. И тем самым обнадежил Войда, что можно ультануть, и Магнус уже никуда не денется. Но там был телепорт. Это значит, что Магнус здесь не один. И Войд это чувствует. Марси прыгает, здесь целых три героя. Лейтстрайк от Лины, плюс реверс полярити от Магнуса. И, по крайней мере, Войд погибает. Но здесь еще Квапа, которая дала очень хороший ультимейт. Забрали Магнуса, забрали Лину. Остается одна против двоих лоу хп героев. Марси прыгает, Бруда, и все-таки ее тоже забрали. Интересный тоже файт здесь получился. Мог оказаться очень однокалиточным, но в итоге 2 в 3 разменялись. 1000 золота Рейден получили, Дайра всего 400. Хотя казалось, что разница не такая должна серьезная быть, но имеем то, что имеем. Прилетает в мид, и давайте посмотрим на ценность общую. 5900 у нас Бруда, первое место, уже 600. А Войд тоже не сильно отстает, 5600, соответственно, второе место. Дальше идет Квапа, 4900. В общем, если сравнивать с вражеским керри Линой, то Войд чувствует себя куда комфортнее. Ну, у него 4 фрага, 4 ассиста, еще и добавок мидас, поэтому разница это абсолютно нормальная. А у Лины какой счет? 3-3-2. Но у нее фраги есть, правда, смертей многовато. Желательно, конечно, иметь их поменьше. А, как бы очевидно это не звучало. 10 уровень. Замакшена способность Time Walk. Также замакшен Time Lock. И Time Dilation взял, прокачал один раз. На данный момент. Так, Dire Smoke. Втроем. Прожали, ну вот здесь не в смоках, просто фармит мид. У него через 20 секунд будет купол. Наверное, может быть и стоило его дождаться, чтобы выход был более, скажем, командный. Остается 8 секунд, Хасту оставляет для Квапы. Сам заходит в лес вражеским, фармливает здесь нейтралов. Баунти вражескую не подобрал, потому что видит здесь цель в виде Лины. Ну, понял, что справится и без него. Хотя здесь рядом еще и Магнус. Ну, как-то он передумал идти. Кстати, обратите внимание, сверху даже Т2 уже упало. Как-то слишком активно пропушили на 12-й минуте. И крипы прямо уже под базой. Конечно, они еще долго не зайдут. Потому что на 12 минуте сломать хайграунд, ну это из-за разряда нереального что-то. Хотя, когда против тебя играет Бруда, то и такое возможно. Как же красиво Мейлшторм выглядит с арканой. Если кто вдруг не знает, этот эффект дает вот эта аркана на Войда из Battle Pass. Который, кстати, уже скоро и закончится, вероятнее всего. Ему, наверное, ну сколько, может быть месяц он еще будет действовать. А то и меньше. Так, начинается файт. У Войда есть купол. Странный выбор поставить его, конечно, клокверка. Лоу хпшного, но вроде далеко не самая ключевая цель. Как будто он, не знаю, подумал, что это не клокверка, а... кто-то более важный, ну хотя бы та же Марси. Хотя, может быть, просто охотился за фрагом под треком. Все-таки за него дают много денег. 900 золота за 2 фрага. Но потеряли Квапу. Наверное, именно этим обусловлен такой мув. Но выглядело все равно странновато. Хотя, купол это не та способность, которую вам стоит жалеть. Наоборот... если есть возможность сделать фраг, то лучше ее использовать. Не дожидаться, когда там
выйдет возможность поставить купол в троих, потому что иначе вы будете давать свой ультимейт слишком редко, и пользы от него будет не так много, как могло бы быть, если бы купол был использован раньше, даже в одиночную цель. Поэтому в целом, мне кажется, лучше так, чем никак. Забрали кристалку. Сверху еще Doom. Его в этом файте не присутствует. Поэтому Дайр втроем здесь дерутся. Пивают баунти. И его делает тпаут. Вовремя на самом деле. Тем самым спасает себе здесь жизнь, скорее всего. Иначе могли бы его и забрать. Приезжает Вайду Шард на 15-й минуте. Он улучшает, соответственно, Time Walk. И добавляет новую способность Reverse Time Walk. То есть после прыжка он может вернуться обратно. Так, Crystal Maiden дала неплохой ультимейт. Продамажили Бруду. Спасти ее не удалось. Марси добила. Прыгает на хайграунд проверить, нет ли там никого. И ничего, может быть, какой-либо вард. Так, Риверс Полярити по двоим героям. Подставился Doom вместе с Квапой. Doom прожимает БКБ, плюс Квапа хороший ультимейт по двоим. Во-первых, контроль, плюс еще трек по Марси. Марси забирает. Клокверк. Хорошо, тоже в копилку. Счет 19-20. Одинаковый практически. Без одного фрага у Radiant. Собирает далее БКБ. Купил Огаракс. Ну и остается Митрил Хаммер с рецептом ему докупить. Счет 7-1-6. По нетворсу вырвался вперед. 10-200. Но Лина догоняет. 8900, тоже второе место занимает сейчас. Выбивает себе Arrow. Но это не лучший арт для Вайда. Для героя с ближним типом атаки. Поэтому выберет что-то поинтереснее и сразу поменяет. Так, Лина дает лайтстрайк, лагуну и за время стана добивает. Ну, неожиданно, конечно. Думаю, что 23 сэвы еще удивился. Ну и пишет, вернее, спамит фразу: мгновение для меня, вечность для тебя. Так, Клог закрыл баунти в Когах, прыгает в Марсе, накидывает по кристалке удары. Кристалку забрали. Дальше сейчас дерутся без кэрри. Папа утонула. Там лоу хпшная Бруда. Неужели не получится ее добить? Спалилась, что не зашла она в рошпит. Пыталась замансить. Но Queen of Pain все-таки находит ее и добивает. По итогам, видим, 1200 за два фрага получили. Хороший файт, очень. Баунти, конечно, решает. Но в особенности его треки. Radiant тоже подрались неплохо. Забрали того самого баунти. И вдобавок к вапу, за который 800 золота насыпали. Войд взял себе нейтралку Dagger of Ristul. Вот это хороший выбор в целом. И даже потерял лидерство по нетворсу. 11500. Представляю, насколько напряженная эта игра для 20 Savage, учитывая, что на кону 13000 ММР, либо сколько получается будет, ну либо чуть меньше, либо 19900 с копейками, не знаю, сколько у него точно на данный момент. Ну, на данный момент уже это 13 тысяч. А в момент происходящего в игре
Пока не ясно. Дум дает в Лину. Хорошо, ее забрали. Магнус под треком подсвечивается. Минус. Хорошая хрона по двоим. Даже Думу получается еще вносить дополнительный урон. Правда, Войт сам тоже не слабо просел. Вот вверх. Хорошо, трипл килл делают Savage. И это минус 4. Может быть даже Рошан? Да, ДД. Но под ДДшкой точно будет Роша. Быстренько его забирают. С Аегисом можно и подраться. Либо придется ждать хрону. Можно и без нее обойтись, конечно. Просто с ней шансов на удачный файт в разы больше. Так, есть ракетка. Рейден понимает, что Рошана практически уже убили, видя сколько хп у него осталось. Марси прыгает, ее сразу же выносит. Влетает в Рошпит. Магнус хочет дать Рижес Полярити, но Рошана забирают. Войт подбирает себе Аегис, сразу же его теряет, опасный момент сейчас. БКБ он потратил, успевает улететь с помощью таймволка. За ним гонится Бруда, плюс Магнус дает Ферруспелл. И Лина добилась, тем самым сделала трипл килл. Вот такой вот вроде как, казалось бы, удачный момент на Рошане. Забрали, соответственно, Рошана Аегис. Но по факту потеряли они существенно больше. Посмотрите, сколько Рейден за файт заработали. 1500. Ну и плюс сразу же лишили своих врагов Аегиса, который тоже может дать очень многое. Очень неожиданный камбэк случился сейчас у сил света. Я его реально не ожидал увидеть. Ну и плюс еще баунти забрали. Тоже хорошо. Сравняли счет 29-29. По талантам Войт прокачал на 15-м. Берет минус 1 секунду перезарядки таймволк. Покупает книжку. Если мне не показалось, да, это вроде он купил книжку, чтобы быстрее получить 20-й. На 10-м левеле он пока не вкачивает. Берет плюсики. Так, завезли кристалку под тауэр. Магнус дает РП. После РП сразу он погибает, есть хрона. Сейчас, думаю, можно не тратить. Йос поймают и без этого. Правда, придется немного погоняться, но все равно фраг сделали. Дабл килл делает Войт. После появления БКБ Мелшторм будет грейдить в Мьёльнир. Ну и далее Аскази. Идет по списку. Хотя, учитывая, что он купил Ultimate Orb, видимо, сначала будет Скади, а потом уже Мелшторм загрейдит. Захватывает аванпост, который у них отжали силы света. Обратите внимание, что талант на 10-м до сих пор не взял. Хотя уже практически 20-й. Так, закрыли клакан. Вернее, он сам себя закрыл. В таком невыгодном положении оказался. Кристал Мейден добивает. Центральную башню сил света атакуют. Передумал делать он Скади и начал собирать себе Линку. Как раз таки из Ultimate Orb его можно и скрафтить. Ну вот так вот сильно меняются по мере игры варианты сборок. Так, Арчит поймал от Бруды, но у него есть БКБ. Посмотрите, сколько урона нужно обязательно ставить хрону, иначе бы он просто не пережил. За время действия хроносферы Лину успели
отправить в таверну. Теперь она не будет мешаться в файте. Магнус РП. Нужно иметь в виду. Тоже очень опасно. Дает по Думу и по Баунти Хантеру. Правда, урона не было в этой РПшке, поэтому Магнус просто отбежал. Ну а Дайр без потерь обошлись. Хорошо. Очень выгодный файт. 20 уровень, и вместо того, чтобы взять талант на 20, он вкачивает талант на 10. Берет плюс 6 урона в секунду за способность у Time Dilation. И не знаю, может быть это был мисклик. Так, здесь Дума завезли под вышку. Пришлось ему потратить свой ультимейт. Пытался сделать паут, хоть он добил Магнуса. Кажется, его тоже добьют, да. Как раз таки вышка добила. Но прыгнул Войд и сейчас может еще сделать пару фрагов. Да, забрал Марси, как минимум отомстил за своего тиммейта. Ну и улетел на базу. Докупает Вайтстоун. Линка летит к нему в курьере. Теперь он может особо не бояться такие две неприятные вещи, как Лагуна, ну и Арчит. Арчит, который его тоже сильно контрит. Ну а дальше уже Искади. Мьёлнир все еще не заапгрейдил. 21 уровень, взял право талант. Плюс 95 к скорости атаки под действием хроносферы. Ну да, это 100% был мисклик. На 20-м, конечно, нужно взять сразу правый, а не ждать. И брать 10-е. Потому что он как раз таки в файте получил этот уровень, поэтому так и получилось. Счет 32-38. Дайр потихоньку вырываются, но... Лина топ-1 по нетворсу, 18200. Войд, конечно, практически такой же нетворс имеет, там разница в сотню голды лишь. Паладин Сворд. Хорошо. Тоже сильно усиливает Войда. Это нейтралка. Титан Сливер тоже очень хороший, особенно в такой ситуации, когда много магического урона. Сбивает телепорт к Лаку. Магнусу тоже не дали нормально раскастоваться. И отправили его в таверну по одному герою. Так на карте находят и сразу забирают их. ДД снизу. Как будто не заметили. Моментальная реакция. Видит Лину, сразу ставит хрону, но она уходит в инвиз. И дальше ничего сделать с ней не получится. Вижена никакого нету. Можно дать скан. Нет, скана нету. Но если бы там, кто там рядом, кристаллка, если у нее есть просвет, конечно, должен быть. Но была слишком далеко. Папа забирает Марси. Так, в ловушку попадается Квапа вместе с Баунти. Плюс еще и РП. Баунти оформили. Войд спешит на помощь. Баунти выкупается. Опять же, да, за время действия лишь стана Лина сносит все хп у Войда. У него прям беспомощная ситуация, и БКБ есть, и все есть, но не помогает это ему, потому что в стане ты ничего
использовать не можешь. Нужно ему позиционку держать более такую сейвовую, где даже близко не может находиться Лина. Но остается она одна. На помощь ей выкупается Клок. Задился Магнус. Так, Лакерк влетает. Кристаллку из когов каким-то образом выкинул. Хотя вроде как прям в ней их использовал. Ее тоже забрали. Трипл килл от Лины. Идет дальше. Не намерена на этом останавливаться. 4000 заработали сейчас. Ничего себе. Это минус 5. Минус 5. Ну, баунти просто выкупился. Очень сильный камбэк. И 15 тысяч опыта заработано. 9 тысяч опыта Лины. Сколько это она уровней апнула за файт, мне интересно. У нее сейчас 25-й. Войт у нас только 22-й имеет. Ну, в общем, очень серьезные. Герой по деньгам тоже 20-30 с половиной тысячи. Войт покупает еще одну книгу. Да, он, конечно, лишает саппортов дополнительные экспы, но зато приближает себе 25 уровень, который так необходим. Пытается быстро дофармить Скади, чтобы стать еще плотнее. Мне кажется, что следующий файт уже будет сильно решать исход. Лина сейчас с Аегисом, что добавляет в два раза больше проблем. И лишь одним куполом не получится ее законтрить, потому что после купола придется второй раз что-то с ней сделать. Забрали Клока. Так, купол хороший, Магнуса забрали первым. Также на линии висит Дум. Проблема в том, что выбили Квапу. Марса забрали, она без бая. Руда следующая, и Лина остается одна. Вот это ее главная проблема, то что соло этот герой, ну, как правило, не сможет пятерых. Ну, хотя в данном случае троих, хотя, подождите, минус кристаллка. Это она слишком сильная. Посмотрите, как же больно войду. Сатаник. Повезло, что Дум успел накинуть стан. Все равно отхиливается. Неужели она сейчас заберет войда? Нет. На 100 секунд в таверну без возможности выкупа. Все-таки добил и получил 25 уровень. 20% к универсальному уклонению. В какой-то момент казалось, что Лина сейчас просто сделает минус 5 и пойдет снесет трон, ну, как минимум, в сторону. Видно, насколько Лина сейчас вообще сильный герой. Надо по ней отдельный ролик записать. Но это чуть позже. Сейчас смотрим за 20 Savage. Ну, он на линии, как правило, не играет. Все еще Т1 стоит. Ну, эта вышка не так много смысла имеет, поэтому ее и не ломают в приоритете. Дальше, после Скади уже докупает Мьёльнир. Так, Клока. Можно было бы зацепить, но не очень сильно хочет рисковать и прыгать за ним, идти далеко. Вот, забайтили, пожалуйста, на РП. Вой сейчас без хроны. Но есть. Нет, БКБ тоже нету. Из одного клокверка может сильно попасть. Повезло, что команда рядом. Ну и его подсейвило. Сделали минус 5. Минус 5, пока Алина в таверне. Там курьер был, мне кажется. Или они его не заметили. Да, курьера не заметили.
И он улетел. Его успели законтролить. Мьёлнир тоже красивый, ну такой же, как и Мейлшторм. Тоже в такой же цветовой гамме. Так, Дайр идут. Лина одна. Ей нельзя сейчас подходить, потому что просто будет купол и все. Ей нужно держаться далеко, отдавать сторону. Но почему-то мне кажется, что она сейчас подойдет. В надежде как-то, ну хотя способностями откидаться. Давайте посмотрим, будет ли такая ошибка. Возродился Клок. Возродилась Марси. Сейчас уже втроем еще Магнуса дождаться 5 секунд. Ну и можно дефаться. Если они потеряют только одну сторону, это, считайте, очень хороший исход для Radiant. Так, прыгает. Есть купол по двоим. Хотя Лину пробить очень сложно. Плюс еще в Юл его закидывают. Ультимейт от Квапы. Мало хп остается. Бессилие плюс трек. И Queen of Pain добивает ее. Войд прыгает под фонтан. Как-то рано. Еще все стороны стоят, они уже под фонтаном дерутся. Минус 3. Юл использовал Клокверк. И остается он здесь один. Остается один, Квапа выкупилась. Но уже рядом. Целую минуту не будет троих героев. Магнус остался с Клоком вдвоем. Ну и Дайр как бы тоже вдвоем. Правда, у них герои более существенные. На более существенных позициях. Так, Магнус пытается завести под фонтан. Почти использовал РП, но успел отменить. Войд просто таймволд прожимает. Выкуп от Дума летит на тревелах и... Неожиданно быстро они заканчивают. Просто пошли в трон. Есть сразу дал РП, а потом уже завез. Но фонтан атакует Дума. Поэтому Войд выживает. Квапа ультанула, чтобы потянуть время. И заканчивают. И на этой игре 20 Savage достиг 13 тысяч ММР. И это первый игрок в мире, который достиг такой цифры на данный момент. Всем спасибо, всем пока.